квасцы. Не даємо зубами, да есть в очах. Мусила дать. Кажу, прийми, Гелечка, гостинец на дорожку. Думала уже, гадалица, где там? И знов иде у гости. Ну, почекай, сегодня я тебе одним салом душить буду. А Гарелка не пошкодовала трох рублев, послала старого винцеща, как купил, что ни на есть от руты. Купил. Ну, почекай, сегодня я тебе напою. Добрый день, Анночка. Добрый, добрый, Гелечка. Вот ты до нас залетала, дороженькая. Я и бачу, аж яблочки у скрыни лелечничек зашветили еще. Ой, сколько ж тих яблочек, деткам поесть. Ну, добрые у тебя детки. Тут вала целую осень кормить можно. Ну, добро, добро, не хвалюйся. Дам я тебе яблочек. Сядай, дороженькая. Ой. А чем же ты меня сегодня частовать будешь? А чем Бог послал? То ты ж его и съела. А тебе шкода? Не, не шкода. Але ж я свиней раздень не режу. Яны так путка не растут. Ну ничего, добрый сало. А горелочку будем пить. Ну что, твоя? Не, не моя. За вчера ж ты мою всю выпила. А другая еще не поспела выродиться. Вон за печью стоит там. Фу, а что тут за отрута такая? Ой, где ты ее взяла? Старый винцеч купил. Это ж он у меня купил. А Боже. Нет, не будем, не будем, Анночка. Я у тебя вон заприметила, наливочка стоит. Давай спробуй с дымом. Что ей спробовать? Наливка и наливка. Что, дрянная? Не, не дрянная. Откуда мне ведать? Может, дрянная? А как я не умеешь и спробовать не даешь. А я кажу, добрая. На. На, спробуй. Ой, и правда добрая, добрая. А я ж тебе гостинец принесла. Неужо? Первый раз у жизни. О, тримай. Что это? Тримай. Что? Зашляпила? Чемочки? Ой, что робится? Будем мою наливочку пить, а твоими чемочками закусывать. Ну, еще сало есть. О, доброе тебе сало. Пирощелом? А тому, что я свиней про день кормлю. Ой, как прости. Ну, вот так. День кормлю, сало нагуливаю. Другий день не кормлю. Я расчел раздеваю. Злой люд, завещать. И не подохли? Не, живые. А оно только не вытримало. Ну, то я, что я тебя засмажила. Не хвалюйся. Я ну, я же дыхала, как я ему горло перерезала. Ну, давай, давай еще по одной. Давай. Ну, твое здоровье, Анночка. Твое здоровье, Гелечка. Ой, добрая наливка. Ой, моя дороженька. Пойду я тебе яблочек на дорожку сберу. У таких гостях можно и с голоду померть. Так я вырашила собачками почувствовать ганиной колбаской. Ой, колбаска. А что это ты, Гелечка? На во что тебе нож потребуешь? А и правда, на во что мне это нож не потребуешь мне? А лишь не что колбаской пахнет. А ну-ка, кажи, что ты там ховаешь? Глянь, сон справдюся. Який это таки сон? А таки. Ось, Ганночка, ведь ж мне есть захотелось. Ну. А думаю, а где ж взять ту ежу? Ганна ж опошний кусок сала на стол порезала. Ой, так вообще моя ежа задрамала. Шнится мне сон. Быцем подходит до меня кабанчик. Аккурат таки, як у тебе, у хлеве стоит. А что? Ну, думаю, ничего нема, прирежу этого кабанчика. Все жена будет общим копить. А Ганна на меня не покрючится. Она ж для дорогого гостя ничего не пошкодует.
Ну, вось, взяла я ножик, да за ним, а ён ад мяне утягнул, что его чакает. Але ж я кабета спрытная, губка бегаю, скок и ужо у его на спине сижу. Нож на горло выставляю. А ён, это мой кабачник. Як завішыць, чоточка кричить, не реж мені у ганну камор, готова ковбаска рішить, я еш. Ах, кажу, такі щаки, чи ж гэта я без дозволу в чужую камору за некі ковбасой полезу, зарежу ти ўсё тут. А ён, ні, почекай, чоточка, я сам ж бегаю, принесу тебе ту ковбаску. І ўсё, прачнулася я. Ляжу в одной руце ковбаска, в другой нож. Скажи, висела в тебе у коморы ковбаса? Ну, висела. А теперь иди погляди, висит. Ай, нема. Ну, тяни в руку сон. А башня ковбасочка была. А той кабанчик мне казал, что у тебя у кубельцы еще две палендвички лежать. А как на его краса, той кабанчик, брежа. Ніяких валянвічок у мяне няма. Ну, може, і няма. Але я перший раз чую, каб свіння брала.